Здравствуйте, коллеги! С вами сегодня Лилия Донскова. И это видео будет посвящено тому, как сделать заказ на сайте Oriflame. Для того, чтобы разместить заказ, мы заходим в личный кабинет обязательно. Открываем сайт. Обычная ссылка. Если вы в России, то это ru.oriflame.com. Если в другой стране, то значит открываете сайт своей страны. Обязательно нажмите кнопку «Войти». Потому что если вы не войдете под своим номером и паролем, то вы будете заказывать как обычные покупатели. Если же вы войдете как клиент компании, то есть в личный кабинет под номером и паролем, окажетесь вот так вот в личном кабинете, то, сделав заказ здесь, вам будут пересчитаны все цены каталога со скидкой 18%. И также вы можете участвовать во всех внутренних акциях. Осмотрите немножечко в личном кабинете. У вас сначала здесь будет пустая строка, вот посерединочке вы видите, а потом она будет у вас уже наполняться данными, то есть будет показано, сколько скидка на сегодняшний день, личный заказ, как у меня, сколько баллов сделала команда на сегодняшний день. Чуть ниже вы видите новости. Это мой любимый раздел. И вот сегодня действует сильная распродажа с 23 июля по 29. Вы также можете пользоваться всеми распродажами. Я сейчас открывать ее не буду. Вы сами открываете. Внизу нажимаете вот эту ссылку «Объявление со списком продукции в полном размере». Я же возвращаюсь обратно. Следующая акция, в которой вы можете участвовать, это «Вау, лето». Скидки до 80%. И любые из этих продуктов в количестве не более 5 штук вы можете включить в заказ. То есть отсюда перепишите коды продукции себе на листочек и потом добавите через форму быстрого заказа. Так, и сейчас что нам с вами нужно сделать? Прежде чем приступим к оформлению заказа, нужно определиться с местом доставки. Есть ли в вашем городе СПО? Мотаем самый-самый низ до конца. Нажимаете кнопочку «Помощь», выбираете «Контакты». Открываются контакты. Здесь вы видите телефон горячей линии. Мой любимый 8 800 775 44 44. Звонить можно круглосуточно, 7 дней в неделю. Отвечает практически на все вопросы. Но новичку точно ответит на любые вопросы. Далее, чуть-чуть низ проматывайте и видите, вот здесь под картинкой написано «Контакты сервисных пунктов обслуживания». Это нам и нужно. Нажимаете на эти слова, на строчку. Видите, он начинает скачиваться файлик. Он скачался. Мы его открываем с вами. И получается вот такой вот замечательный файл, в котором показано название пункта выдачи заказов, тип пункта, категория, филиал, город, к которому относится, адрес, по которому расположен пункт выдачи заказов, и контактные телефоны. То есть здесь, если дальше пролистать, еще есть и расписание. Ребят, сразу предупреждаю, расписание может не совпадать. Поэтому после того, как оформите заказ, возьмите телефончик из списка и по нему позвоните, уточните сами, когда будет доставлен заказ. Потому что заказы приходят зачастую очень быстро, буквально 2-3 дня, и заказ уже в офисе. Его нужно прийти и забрать самостоятельно. Вам звонить не будут. В офисе заказ лежит примерно 7 дней, не более. Если вы заказ не забираете, то менеджер СПО обязан просто отправить заказ обратно на фирму, а на ваш номер будет начислен штраф, и потом будет капать пени. Поэтому будьте добры, рассчитайте, есть ли у вас возможность действительно сейчас делать заказ. Если нет, то лучше не делайте. Лучше подождать до момента, когда у вас точно будут деньги. Опять же, смотрите, важный момент такой. Нету обязательных закупок. То есть не старайтесь купить очень много сразу. Вы сделаете небольшой заказ, то, что вам конкретно нужно себе домой. И этим ограничитесь, потому что если вы будете набирать много, а оплачивать нечем, от этого пользы тоже никому не будет. Теперь, как работать с этим списком? Ну, например, у вас город Саратов, как у меня. То есть можно листать тут бегунком до буквы «С», искать «Саратов». Вот, то есть, допустим, вы живете в городе Саратов, определили себе СПО, их много достаточно, смотрите в сторону, филиал Воронеж, смотрите, да, филиал Воронеж, нам это знание пригодятся, запишите себе, к какому филиалу относится ваш город. Далее вы выбираете в графе G себе
улицу, куда вам ближе будет добраться. Например, если я делаю заказ на офис, то я выбираю Зарубина 150. Это мне ближе всего. Ближе всего и удобнее. И здесь есть контактный телефон офиса. Сюда можно позвонить и узнать точное расписание выдачи заказа. Если вы живете в каком-то другом месте, то есть вы находите конкретно свой населенный пункт в графе Б. Пока не найдете, да, если его здесь нет, значит, возможно, в вашем городе нет, в вашем населенном пункте нету пункта выдачи заказов. Тогда вам остается только почта. Почта, конечно, дело хорошее, но желательно найти пункт выдачи заказов, потому что по почте доставка стоит 400 рублей. Итак, определились, что на Саратов, филиал Воронеж. Теперь мы открываем каталог. Он находится в личном кабинете. С левой стороны наводите каталог. Посмотреть каталог. Сейчас я вам покажу, как делать заказы. Каталог подгружается. Сбоку есть стрелочка. Вы на нее нажимаете. И, допустим, вам нужен парфюм. Потереть страничку, конечно, не получится, так как это электронный каталог. Внизу кнопочка «Купить продукты». Открылся парфюм. Мы на него один раз нажимаем. Здесь показана цена парфюма. Мы выбираем количество, например, 2 штуки добавить в корзину. Или одну, сколько вам нужно. Вот видите, сразу в корзине появились продукты. Может быть, я еще что-то туда клала. А, да, еще зубную пасту я туда пробивала до этого. То есть в корзине будут лежать продукты столько, сколько вы положите. Если вы заказ завершать не будете, они там останутся. То есть вы можете чуть позже опять вернуться к заказу, дополнить или что-то удалить. Далее мы нажимаем сверху кнопочку «Вернуться к каталогу». Закрываем нижнюю часть и листаем дальше. То есть вы просматриваете весь каталог, изучаете все акции. Хочу обратить ваше внимание, что когда идет таким набором, то не всегда пробивается. Видите, нету кнопочки «Добавить в корзину». Тогда вы выписываете себе этот код, как я сейчас делаю, 114-837. И досмотрите каталог, определите, что вам нужно, затем наберите быстрый заказ сверху, быстрый заказ, и сюда добавьте коды, которые не проходили через каталог, то есть какие те коды, которые идут по акции. Тут очень удобно двигать мышкой, одна штука или две вы выбираете на ваше усмотрение. Рекомендую сверху прочитать сообщение. Здесь написано, что для вашего удобства в ваш заказ добавится 5 каталогов автоматически. Чтобы от них отказаться, нужно ввести код 90120. Стоимость каталогов 5 штук 149 рублей. Если вы планируете их показывать кому-то, своим знакомым, родственникам, кому-то на работу отдать, то, конечно же, каталоги нужны будут. Если вы не планируете показывать каталоги, то вам в любом случае один каталог придет в подарок. Давайте сейчас откажемся, посмотрим, что нам придет, если мы даже не заказываем каталоги специально. Нажали кнопочку «Продолжить», да, «Перейти в корзину». Вот мы оказались с вами в корзине. Обращаю ваше внимание, что в корзине очень часто бывает такое, что цены не соответствуют вашим ожиданиям. Поэтому предлагаю здесь на цены вообще не смотреть. Ну вот сейчас все соответственно, но часто бывает, что некоторые товары, которые идут по акции, в корзине показаны по полной стоимости. А вот когда мы перейдем во вторую часть детали заказа, тогда цены изменятся. Смотрите, что мы можем здесь сделать в корзине. Мы можем удалить какой-то продукт, например, нам он не нужен. Изменить количество, например, передумали 2 воды брать и 2 набора. Оставляем по одному и видим, что цены сразу поменялись. И бонусные баллы тоже меняются. Нажимаем кнопочку «Продолжить» и оказываемся в деталях заказа. Обращаю ваше внимание, что здесь есть специальное предложение, скидка до 80% на некоторые продукты. Я, кстати, себе выписала, вот сегодня делала заказ, контурный карандаш всего по 69 рублей. Очень выгодное предложение. Крем для душа за 99 рублей. То есть вот такие вот классные продукты. Если вы что-то отсюда хотите взять, то вам нужно просто нажать сбоку стрелочку, сколько штук вам нужно. 1, 2 или 3. Далее нажимаете «Добавить заказ». Проматываете в самый-самый низ и нажимаете кнопочку «Пересчитать заказ», чтобы продукты, которые идут по акции, к вам в заказ добавились. И вот мы видим, появился крем для душа «Шелковая орхидея» со скидкой. Итак, что мы наблюдаем в заказе?
Ну вот у вас пока такого не будет, графы, но на будущее имейте в виду, что все товары, которые мы заказываем, они стоят определенное количество баллов. Вот, например, мы заказали воду, набор, крем для душа, и у нас получилось 33 балла заказ. Все баллы суммируются, вот видите, я набрала 518 баллов уже. Чтобы понять, да, что с этими баллами делать, мы открываем всю табличку и видим перед собой список продуктов. Самый дешевый 100 баллов стоит, вы можете любой выбрать. В один каталог не более двух продуктов можно брать. Чем мы спускаемся вниз, ниже, продукты становятся дороже за 200 баллов. За 300 баллов и самые дорогие за 500 баллов. Здесь уже идет парфюм и дорогие кремы. Вы можете копить баллы в течение года. Если вы их не используете, то они будут у вас стираться в той же последовательности, с которой накапливались. Я пока коплю, ничего себе не подобрала, что бы я хотела. Так, спускаемся ниже, проверяем заказ. Туалетная вода есть, крем для душа есть. Набор розовой мечты бесплатно, но мы видим дополнительных заказов, расписано все по станциям. Каждый продукт со скидкой расписан. И нам заказ добавляется в пакетик. А у вас в заказе будет еще каталог за 5 рублей. Один каталог следующего периода. И в подарок один каталог на этот период. Далее сумма заказа просчитана. Ну, у меня идет огромная скидка, потому что деньги лежат на товарном поле. И поэтому к оплате не 1159, а намного дешевле. 459. Теперь давайте посмотрим, как выбирать место доставки. Первая графа стоит город-филиал. Нажимаем на стрелочку. Ищем Воронеж. Проматываем чуть-чуть вверх. Он нам предлагает изменить пункт доставки. Я меняю. В данном случае я выбираю сервисный пункт обслуживания. Но вы видите, что здесь есть сервисный центр. В крупных городах есть сервисные центры, головные офисы компании. И также есть мобильный пункт выдачи заказов, пункт выдачи заказов и курьерская доставка. Я обычно пользуюсь курьерской доставкой на дом. А если заказ более 3000, то заказ приходит бесплатно. Если менее 3, то вы видите, здесь стоит 150 рублей. Потому что у меня ранее была выбрана курьерская доставка. Ну, попробуем на сервисный пункт. Нажимаем сервисный пункт обслуживания. И вот в третьей строке вы уже ищете свой город. Листаете по алфавиту. Я нахожу свой город Саратов. Вы, соответственно, свой филиал и свой город подбираете. И способ доставки я уже заранее наметила. А вы себе свой город. Да, место доставки у меня Саратов-Туровский. Сейчас произошла обработка, и мы видим, что доставка стала всего 47 рублей. В каждом городе своя сумма. Примерно от 37 рублей до 120, в зависимости от того, где вы располагаете. То есть здесь рассчитано все, транспортно-накладные расходы добавлены. Эта сумма добавляется к общей сумме накладной. Все, опять же, возвращаемся вверх, потому что бывает иногда, что от того, как мы меняем место доставки, меняется содержимое корзины. То есть некоторых товаров может быть не быть на вашем складе. Поэтому просмотрите, если все в порядке, вы, значит, идете к сохранению заказа. Если что-то не так, например, вы выбрали себе туалетную воду, а ее нет, вы можете изменить заказ, нажать «Удалить ту воду из корзиночки», опять нажать «Каталог», выбрать то, что вам нужно. Оно попадет в корзину, и потом вы всю эту процедуру опять заново проделаете. Проверяем, доставка у нас сохранилась. Сейчас можно посмотреть, как оплачивать заказ. Смотрите, есть две графы. Оплата перед получением, оплата банковской картой. То есть, когда мы оплачиваем банковской картой, если нажать сюда на кнопочку, то нам нужно будет выбрать банк, который мы оплачиваем. Visa, например. И после этого вы нажимаете, то здесь прибавляется дополнительная плата 5 рублей, это 1,2% от суммы платежа. И нажимаете «Завершить оформление заказа». Это первый вариант. Далее вы доделываете все до конца, вам придет пароль на телефон, вы его внесете в табличку и завершите заказ. Я думаю, что если вы планируете оплачивать картой, то вы знаете, как это делать. В любом случае, вы можете попросить поддержки у наставника. Следующий вариант – оплата перед получением, если вы выбираете.
то оплатить можно двумя способами. Также с карты через онлайн-кабинет, тогда будет без процентов оплата. Либо в любом терминале вы выбираете косметика, Арифлейм, вносите свой номер, ваш номер дистрибьюторский вы должны знать. Ну, здесь нет, он будет дальше отображаться. Да, вот здесь не вижу. Ну, то есть он будет отображаться уже в накладной. Ну, и вы знаете номер, это тот номер, по которому вы входили в личный кабинет. То есть или терминал, или через карту онлайн вы оплачиваете и приходите получать заказ в офис уже с чеком об оплате. Если вдруг терминал не выдал чек, ничего страшного, вы можете всегда позвонить на телефон горячей линии, узнать точно, чистый ваш номер или нет. То есть сумма списывается моментально с долга, и оператор сразу увидит, что у вас заказ оплачен. И вы также спокойно приходите в пункт получения заказа. Если у вас требует подтверждения, вы говорите, что терминал не выдал чек. Либо в офисе посмотрят через компьютер, что у вас нет долга. Если же в офисе компьютера нет, то они просто элементарно позвонят также на телефон горячей линии. Или вы позвоните со своего номера и передадите трубочку. И менеджер СПО уточнит у оператора, что заказ оплачен или не оплачен. Вот, в общем-то, я вам все рассказала. Ребят, и еще несколько секунд прям хотела бы уделить все-таки акции, которая действует все лето. Надеюсь, она продлится и на очень надолго. Сейчас я выйду на главную страничку. Это акция. Вот сейчас идет программа «Счастливые дети, счастливая ты». А программы будут всегда меняться. Вы здесь можете посмотреть каждую программу. И вот что мне в этой акции понравилось, то любой новичок, который делает заказы, сейчас посмотрю, где написано, любой наш новый партнер в течение 3 суток, то есть 72 часа дает с момента оформления вам личного кабинета, вот этого, ровно 72 часа пройдет. Если вы успеете за это время сделать заказ на 800 рублей всего лишь на все, то вам будет подарена регистрационная плата. То есть вы сэкономите с 800 рублей 18%, это примерно 150 рублей экономия, и еще вам подарят этот кабинет бесплатно, то есть вы не будете платить 149 рублей за оформление. То есть в сумме вы сэкономите примерно 300 рублей. Считайте свои выгоды, да, цените каждую возможность. Самое главное, ребят, всегда пользуйтесь продукцией и учитесь вести бизнес через интернет. Если будут вопросы, обращайтесь. Мои контакты есть у вас в каждом письме и на сайте можно найти. Рада буду вам помочь. И вам желаю огромного-огромного успеха. До встречи!